За полторы, может быть, 200 метров, потом, может, Миша поправит, я не помню, 50 лет все-таки прошло. Мы были вынуждены снять лыжи, потому что мы не могли по этому склону подниматься. То есть, насколько он был плотный? Насколько, во-первых, и у него увеличилась крутизна. Плотный он был и ниже, но мы... На перевал из перевала шли, нормально. Снег был очень плотный. Поэтому, значит, какая была крутизна, 15 или 20 градусов, ну, видимо, достаточно, чтобы лавина могла сойти. Теперь, второй уже не комментарий, а мой личный опыт. Я сам в нескольких лавинах побывал, и одна из лавин, где я много чего из своих деталей утратил, она... была на склоне меньшим, чем здесь. Это все зависит от того, какой снег, какие условия и как. И какой слон, поэтому, склон предыдущий был. Поэтому говорить, что на 15 градусов лавина никогда не пойдет, а на 25 может идет, это неправильно. Здесь надо учитывать и снег, и массу факторов. Толчок в лавине какой-то должен быть. Теперь, толчок в лавине действительно может быть, но может быть разный. Значит, здесь неоднократно обсуждалось, может быть, сверху упал кусок карниза или еще чего-нибудь, значит, подтолкнул. Могло быть, что, на мой взгляд, и это я с этим встречался, более реально, значит, их установка палатки и нарушение склона. То есть они подрезали склон, значит, потом еще что-то произошло, и пошла эта пластовая лавина, которую мы, ввиду неопытности, ну, я про свою голову не прошарали, нам было по 19 лет, нам тоже казалось, что там никаких следов лавины, которые мы в кино видели или в книжках по описанию тогда. Потом все видели. Значит, казалось, что какая здесь лавина? Если лавина остановилась, то должно быть, черт знает, какая. Не звоните выступающим. Какая шлопка и снег. Спасибо. Хорошо. Ладно. Прикрыли, когда расследовали. Это другой вопрос. Так, Петр Иванович, ваша очередь вообще. Мы так договаривались, чтобы не потерять там это. Я не могу в параллель говорить. Я единственное могу просто сказать, уже, ну, будучи в Москве, у нас была достаточно локальная встреча, на которой один из присутствующих был. Значит, последующий, после встречания секретарь вашего полковника, прямо. Вот я спрашивал, ну, поскольку у нас всего там пятеро сидело, значит, я спрашивал, Яков Петрович, скажите, нам все время песни поют, вот эти самые бытовые люди, что есть какие-то красные папки, которые генеральные секретари друг друга передают. Вам, говорю, тоже вот секретарям обкома чего-нибудь передавали? Он говорит, а что тебя интересует? Я говорю, меня интересует история вот, Дятлова. Вам про нее, я знаю, что вы в этом деле не участвовали, то есть не командовали, прекратить, не прекратить. Ну, нет еще.
вам, говорю, что-нибудь такое передал? Он сказал, мне ничего не передалось. Поэтому, врет он или нет, я сказать не могу. Вот это его слова, не через промежуток. Нет, ну да, это не проливает никакого света. Да, да, хорошо. Можно... Вот, и второе, нет, я отдаю два. Два комментария хотел. Надо выступающий выступить. Первый комментарий. Потом по возможности закончить, у нас не выгонят до шести. Мы можем вытянуть склоны. Еще раз просто констатирую, что не знаю, в градусах не мерил, ни в восьмом году, ну вообще после этой гибели я там в том районе не был. Поэтому оценить это в цифрах я не могу. Здесь Буянов. Все, кто ездили, ну, они измеряли, это более квалифицированно. Я просто говорю про свои ощущения, что при подходе к палатке, там, за сотню, за полторы сотни метров, склон стал круче, и мы с Шаравиным не могли уже на лыжах идти, мы лыжи воткнули, поставили каждый пешком. Второе. Вторая штука поведения людей, которые попадают. Здесь многие говорили, много написано, а что они не взяли какие-нибудь вещи, что они в исподне побежали, не взяли, что еще что-нибудь. Я уже на основе своего опыта, значит, что когда ты попадаешь в лагерь, и вдруг ты остался в ней, слава богу, живой, еще можешь перемещаться, тебе на все наплевать. Ты и в плавках, и без плавок из этого места будешь бежать. И только потом будешь оценивать, он дурак не схватил хотя бы про трусы с собой. Вот. Поэтому если эту версию Буянова, ну, можете сейчас считать Буянова и Слабцова, потому что книжка у нас общая, хотя 99% не Буянов исследовал, написал. С твоих слов. Ну, в том числе и своих. Не скромничай. Вот. Ну ладно. Я могу утверждать на основе своего опыта, который в лавинах пролетел неоднократно, и самая большая лавина, я длилась 1,5 километра в длину и 350 метров высоту, это потом уже измеряли, как живые-то остались. Так ты побежишь куда угодно и что угодно. Поэтому утверждение, что, наверное, это не было, они бы что-нибудь взяли с собой, там теплые шмотки, ничего не возьмут. Если лавина сошла, и они ощущают, что может быть, ну, с испуга или с чего-то другого, что может быть следом еще одна, то ты побежишь к чему угодно. Это я уже... Трудно не согласиться. На контент ты побежишь. Да. Побежишь. Петр Иванович, пожалуйста. Юрий Константинович, пока Петр Иванович идет, есть такое предложение. Эту версию больше не заслушали. Да, она достаточно полна, научно обоснована, изложена. Мы еще в книге прочитаем все это. И больше на нашем собрании эту версию есть предложение не обсуждать. Если есть желание где-то обсуждать, пожалуйста, в другом месте. Ну, в интернете там все. Да.